после отстрела контролируем поддержание войска. Далее с формата устав вводим угол посадки. Далее за 8 минут контролируем разворот. И необходимо вручную отключить СКД, чтобы датчик будете делать в случае. Обязательно отключаем СДД. В аналоговом контуре СДД должен быть отключен. Право, есть работа двигателя на скачках? Нет записи курса 2. Нет записи курса 2, 280. Вот за несколько часов с гостиницы отсюда. Главное, да, то, что подвижники прям впечаток на скафандрах нет. С помощью оператора. На себя есть работа. От себя есть работа. Ручное сближение. Так, начинаю гасить. Проверяем. Тоже сидишь без просто вести. 44. Так. 24. На 200 метров завис. Так, можно. Метр еще выше. Еще метр мощный. 20. Лошади ходили, а просто вам только дарцы. Ну, какие травмы. Захватывающие. Планов полы. Если что, походила? Поддавки можно? Смотрите, как не лопаты делают. На правой лопата. Лопата на правой сюда. Я помогаю.
Это один работает. Это кто там? Кто потом? Лучше держи. Да, хорошо. На заход. Парадный день. Надо штатов. Помогите ему ведро не скидывать. Экипаж, где? На солнце лицом повернись. И теперь польем еще Антона спрашивать. Если бы он бы не полил бы. Полил бы то. Пускай порадуется. А, надо Петю еще полить. Ага. Отца просто не видит. Это точно твое, да? Спасибо. Это точно мое. Да? Прикопал, да. Алло, кормление вверху? Да. Не донесут, не берут. Пока вот не было, можно накрасить. Да? Нет. Вот остается буквально уже неделя, да, до полета. Есть ли вот ощущение приближения вашего полета? Есть ли ощущение, что на Земле осталось находиться 7 дней? Как это все воспринимается вами, вашим экипажем? Ну, на самом деле у нас все по плану идет. И такого ощущения, может быть, если бы первый раз было, может быть, какое-нибудь ощущение было. А сейчас все идет штатно, идет такая подготовка и нарастание темпа, старта. Очень хорошо, и слава богу, что нам пока ведет без всяких нештатных ситуаций, все нормально. А вот те, кто первый раз, что ощущают? Ну, пока сложно сказать, как сказал Олег, действительно мы работаем по плану предстартовой подготовки, и завтра у нас предстоит вторая примерка корабля, вот, но пока могу сказать, что есть ощущение весны. Сегодня отличная погода, тепло, солнце, поэтому это действительно здорово. Я всегда скажу, что я с нетерпением жду дня старта, но при этом не тороплю события, работаем по циклограмме, по плану, четко, без спешки. Мы ждем очень. А вы сегодня посадили деревья, было ли это первый раз в вашей жизни? И если не первый, то какая особенность все-таки сегодня была? Ну, конечно, это было не первое дерево, которое я посадил в своей жизни, но в таком месте, приурочено к такому событию, это бывает только один раз в жизни космонавта, запоминается навсегда. Да, это отличная традиция, и мы с удовольствием ее сегодня поддержали. Я знаю, что вы на днях посмотрели все-таки фильм «Укрощение огня». Для тех, кто давно не видел или, может быть, вообще никогда не видел, вот впечатление. Олег вот точно смотрел уже, ну как-то освежили в памяти, что-то новое для себя открыли. Еще раз угадали тех людей, которые готовили ракету, готовили корабль. Я его в своей жизни достаточно много раз смотрел, будучи даже в детском саду, и в школе, и будучи студентом, и даже в армии нам его показывали. И уже здесь, когда работал в РКК «Энергия», поэтому ощущение такое, что вот те люди, конечно, кто готовил тогда в те времена технику, они, конечно, вот, ну, они уходят постепенно из жизни, но тогда они, конечно, очень так плохо воспринимали этот фильм, что это не так было, там, но сейчас ученики и этих людей, они, наоборот, с гордостью смотрят этот фильм, и самое главное, что дух того времени правильно передан, ну, в этом фильме показан, и я думаю, что благодаря этому фильму очень многие люди, если его посмотрят, потому что сейчас его редко показывают, давно не показывали, может быть. А сейчас, если будут смотреть, то это как такая тенденция сейчас. Очень много фильмов про спортсменов, про работников различных профессий. И вот этот фильм, он, я думаю, позовет многих людей в ракетно-космическую промышленность. Замечательный фильм, очень понравился, но также хочется добавить, что поддерживая эту традицию смотреть старые замечательные фильмы, нам предстоит просмотр еще одного фильма, это «Белое солнце пустыни», который мы также обязательно посмотрим. Сергей. Ну, добавлю, что Байконур — это то место, где такие фильмы смотрятся с особым чувством, с особым пиететом, и проникаешь в эту атмосферу,
ты проникаешь еще глубже в корни нашей космонавтики. И это, безусловно, тоже оставляет свой след. Олег, вы были дублером у киноэкипажа. И приедет ли кто-то из этой команды провожать вас сюда, в ваш полет? И еще вопрос, насколько вы считаете вот съемки фильмов о космосе актуальными именно сейчас? Ну, я думаю, что очень актуально. Из того киноэкипажа, который, с кем я был, ну, я думаю, вряд ли они приедут. Я знаю, что они приедут на посадку. Ну, там, по-моему, полным составом они приедут. И Антон Шкаплеров. Ну, если все будет все по плану. Если он вернется на Землю, а мы окажемся там на орбите, и тогда все будет по плану, и мы посадим встретиться. Если, опять же, все будет по плану. Ну, а фильмы, конечно, такие нужны. И я надеюсь, что вот этот киноэкипаж слетал не зря, и в следующем году мы этот фильм посмотрим и порадуемся. Впервые летящим можно, вот ощущения ваши, ровно неделя до старта, какие чувства, есть разница, были вы в Москве, сейчас здесь, на Байконуре, все новое, есть какие-то другие ощущения или все так же? Сложно сказать, с одной стороны, да, конечно, мы находимся на Байконуре, но, опять же, здесь побыли большое количество раз в разное время года, при разной погоде. Опять сегодня погода нам способствует, отличная солнечная погода. И, наверное, да, мы с нетерпением ждем этого события, с нетерпением ждем старта и пока работаем по программе предстартовой подготовки. Спасибо. Безусловно, это очень эмоциональное переживание, когда приближаемся к старту, к которому мы готовились порядка 10 лет, я и Денис. И тот момент, ради которого мы все это время тренировались, работали, все ближе и ближе. Поэтому мы ждем с нетерпением и работаем. Всем спасибо большое. Спасибо экипажу, спасибо за интересные ответы, вам за интересные вопросы.